І сьогодні в нашій студії є безпосередньо причетний до пам'ятного дня 18 травня. Вітайте координатора громадської організації «Земляцтво кримських татар» Ельвіна Кадирова. Ну і, мабуть, цілком логічно, якщо я привітаюсь у цій студії вашою рідною мовою СНМСС. Правильно, наверное, салям алейкум. Салям алейкум тоже. Да, это обращение, которое сегодня, наверное, самое актуальное обращение, которое переводится «Мир вам». И сегодня в ситуации в Украине, в ситуации с Крымом, наверное, обращение с миром самое наилучшее, как пожелание и как приветствие. Скорбная дата, 72 года назад, в эти дни крымский народ уехал очень далеко, многие не вернулись. Лично для вас, для человека, который, в жилах которого течет эта кровь, что это за день? Депортация – это то, что, естественно, я не видел, но то, что прошли процессы депортации и ощутили на себе, это старшее поколение, это мои дедушки и бабушки, которые рассказывали это, и у нас, как говорится, из уст в уста передавалась ситуация, что это было, и, естественно, со слезами на глазах это рассказывала бабушка, которая посчастливилась вернуться в Крым и увидеть свой дом родной, где она родилась, где она жила. Поэтому все, что происходило, это были ужасы, которые сегодня, что сказали галереи, то есть картины, кое-что пытались отобразить и показать, но на самом деле это действительно очень сложно представить тем людям, которые это не видели, так как только общаясь непосредственно с участниками событий депортации, вернее, с пострадавшими, да, можно сказать, то ощущения совсем другие. Рассказы очень страшные. Это действительно, это были женщины, это были дети, это были старики, которых депортировали, у которых отняли все. В это время мужи, это главы семейств, воевали на фронтах Великой Отечественной войны против фашизма. В это же время их семьи отправляли на Урал, в Среднюю Азию, и, возвращаясь с войны, они возвращались уже не к себе домой. Сегодня украинский Крым оккупирован Российской Федерацией. По сути дела, многие называют это вторым геноцидом не только уже крымско-татарского народа, но и украинского народа. На ваш взгляд? Ну, то, что действительно слово «геноцид» к 18 мая 1944 года применим, потому что 46% населения погибло в этом процессе. От рук, скажем, виновника – это Советского Союза. Сегодняшние события, которые проходят в Крыму, можно назвать, что это современные методы репрессий. Так как каждый день приходят известия о том, что происходят обыски, допросы, вызывают людей. Действительно, ни в чем не виновные люди сегодня находятся под стражей, заключены, которым непонятно как, на каком основании приписывают сроки от 15 до пожизненного. Это отцы семейств, больших семей, где много детей. И это ужасает. И беззаконие, где никто и ничто не может повлиять на эти процессы. Наверное, сегодняшний день еще ужасает события в Крыму. Это то, что именно 18 мая, сегодня в 11 часов дня, проходил суд над четырьмя крымскими татарами. И именно в этот день, в день депортации, не знаю, возможно, это совпадение, а может быть, демонстрация очередная. Суд проходил в онлайн-режиме, как мы знаем, и судья находился в Ростове-на-Дону и оттуда судил крымских татар, фактически ни в чем не виноватых. Но, как говорится, в Крыму не надо быть виноватым, чтобы тебя посадили за решетку. Поэтому сегодня это ужасает, это пугает. И действительно, мы очень переживаем за сегодняшнее положение, поэтому разрывается сердце, вспоминая прошлое, но сегодняшнее настоящее ужасает еще более. Давайте поговорим о тех мероприятиях памятных, которые проходили на территории материковой Украины сегодня. Я, наверное, начал бы с того, что в Крыму запретили проведение митингов. Да, это действительно на протяжении всего периода времени после переселения крымских татар, это началось именно с оккупации. И с момента оккупации не было уже, вот второй год прошел,
проведения митингов. То есть массовый сбор, собрание людей запрещено. Я думаю, это показатель страха. То есть та страна, в которой люди мирно всегда выходили и хотят выйти, и запрещает это делать, то она показывает, что она боится. Боится, что люди могут собраться и высказать публично свое мнение. В отличие от этого, конечно же, в Украине в этом плане намного все проще, как и ранее. То есть свободно люди могут собираться, проводить мероприятия, что и делается. То есть в Киеве сегодня есть вечер реквием, да, где с участием президента, премьер-министра. Также на Майдане Незалежности, да, будет собрание в формате митинга, где люди поучаствуют. Также во многих городах проходят митинги, круглые столы, и об этом говорят. Во многих городах, в обл.администрациях публично подняли крымско-татарские флаги в знак поддержки, в знак того, что они сопереживают, сочувствуют и на самом деле показывают теплые взаимоотношения, что в трудности и в радости, как говорится, мы вместе. Буквально несколько дней назад закончился Еврофестиваль Евровидение 2016, где стала победительницей Джамала, наша украинская, крымско-татарская певица. Достаточно символично. И песня 1944, которая, собственно, и посвящена той проблеме, о которой мы сейчас с вами говорим. И вот многие простые граждане говорят о том, что она сделала значительно больше для популяризации этой проблемы, чем остальные политики, которые с трибуны, как правило, в какой-то степени пиарят себя. Ваши отношения? Мне понравились слова самой Джамалы, когда она сказала, я бы хотела, чтобы не было причины петь такую песню. В действительности очень правильно сказано. Действительно, та дата, наверное, многие и Джамала, и многие крымские татары отдали бы все для того, чтобы не было тех событий, которые были в 1944 году. Сегодня говорить о том, что кто что сделал, ну, действительно, не по словам судится, а по поступкам, по действиям. Действительно, в Украине есть проблемы, которые надо решать, и их проблем немало, и вопросы действительно многие стоят в таком положении, которое нужно сдвигать с места. Поэтому говорить о том, что сделала Джамала, Джамала сделала свое дело, да, так скажем. Да, она показала, да, сегодня это... Говорят, вот крымская татарка, вот победа Украины, потому что не победа крымских татар, да, вот считается победа Украины. Но сегодня многие вопросы крымских татар также не решаются на материковой Украине. Мы понимаем, что в Крыму они априори на сегодняшний день решаться не могут. Но на материковой Украине есть проблемы, которые надо решать, в частности, Днепропетровск. В частности, Днепропетровск. Знаете, в этом контексте не могу не спросить, поскольку вы столичный все-таки гость, но проблемами Днепропетровска очень хорошо осведомлены. Есть улица Херсонская, там спортивная школа. И да. Когда-то губернатор, несколько лет назад, губернатор Днепропетровщины Коломойский пообещал отдать это здание для того, чтобы появилась мечеть. Потом мечеть, не мечеть, но, по крайней мере, духовный центр. И вот что сейчас? Потому что я знаю, что дети... И родители детей, которые занимаются в этой спортивной школе, то есть назревает определенный скандал. Как можете просветить ситуацию? Что там сейчас? Будет мечеть? Не будет мечеть? И на каком этапе вопрос? В первую очередь хотел бы сказать, что и родителям, и детям переживать не за что. Почему? Потому что никто никогда не ставил вопрос, детей вопрос не волнует, а нас волнует только другой вопрос. Всегда первым пунктом шло дети. Потом уже решение вопроса о возвращении. На самом деле здесь вопрос не в детях и не в родителях, наверное, а в том, что на протяжении уже с 91 года, да, можно сказать, эти вопросы начали разрешаться в Украине, когда начали пережитки, я скажу, тоталитарного режима, когда отбирались церкви, мечети, синагоги, и из них делали склады. Из них делали библиотеки, это в лучшем случае, а так мог быть и хлев, и что угодно. Это кощунство, это богохульство, оно было в тоталитарном режиме нормой. После этого, после развала Советского Союза, начался процесс возвращения. Есть указ президента о возвращении культовых сооружений религиозным организациям, и это начало работать. И многие конфессии, представители религиозных организаций вернули
И, слава Богу, можно сказать, вернули здание и начали использовать по предназначению. То есть сегодня, например, в Днепропетровске не стоит вопрос у греко-католиков, не стоит у православных, не стоит вопрос у иудеев. То есть вопросы решены. Возможно, есть вопросы, которые не разрешены, которые я не знаю. Что все-таки с вот этим зданием? А в частности, говоря о том, что вот именно эта постройка 1911 года, это мечеть, по историческим данным, это мечеть, которую строили крымские татары, и является сегодня культовым наследием крымских татар. И сегодня для нас это очень важно. Почему? Потому что в Крыму вся наша архитектура, все наше культовое наследие сегодняшней ситуации, можно назвать, находится под угрозой, так как никакие законы не работают на той территории. Если даже, допустим, не дай бог, кто-то решится в Крыму разрушить там ханский дворец, да, или старую мечеть узбека, да, то никто это не остановит. Да, никто не сможет это ставить. Поэтому сохранение культовости, культового, вернее, сооружений, это возможно на материковой Украине, это только вот эта мечеть. То есть другого культового сооружения, которое строили крымские татары, да, его нет. Поэтому это компромисс будет найден? Вопрос не Днепропетровска, да, вопрос Украины, я бы сказал. Да. Компромиссное решение всегда должны искать власти. Власти всегда должны изыскивать решение этого вопроса. Я бы сказал, что с подписанием меморандума этот вопрос сдвинулся за десятилетия. Да? Сдвинулся с мертвой точки, появилась рабочая комиссия, начали работать, встречаться, обсуждать, и пришли даже, можно сказать, к определенным разрешениям вопросам, и не было вопроса ни с родительским комитетом в рабочей группе, в которой присутствовали представители родительского комитета, ни представители школы, то есть вопросов не возникало. Мы пришли к согласию, общаясь на протяжении 2 лет. Последние события, где начинается разворачивание каких-то вопросов, каких-то интриг, я думаю, не хотелось бы, чтобы политизировали, использовали детей, использовали мечеть, да, для каких-то пиар-акций. Но я думаю, здоровий глузд і у політиків, і у пересічних громадян, і у громади мусульманської, все це буде. Дякую, що знайшли змогу. Рахмат. І передавайте вітання громаді татар у Києві і всій Україні. По поводу минуту хотів би сказати. Це те, що сьогодні город взяв на себе відповідальність зайнятися вопросом і в течение года розрішити цей вопрос, удовлетворив дітей і повністю нужди Олімпійської школи. И также вернуть это здание. Второе, хотел бы сказать, что по поводу выставки, о которой говорилась речь, хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что в Миноре с завтрашнего дня с 5 часов вечера выставка будет открытая, то есть свободный вход на первом этаже в арт-зале. Она будет, мы решили так, что до конца месяца находиться здесь, и все желающие, кто не смог посетить сегодня, смогут увидеть картины, в которых пытался художник передать боль 44-го года. Дякую, что нашли змогу и завітали до нас. Ну а гостям, глядачам 9-го каналу, що гостям нашим був координатор громадської організації землятства кримських татар Ельвін Кадиров.